Здравствуйте. Возвращались с прогулки с Днепра. Увидели кладбище домашних животных. Понятное дело, что это не коммунальное предприятие, это инициатива граждан. Люди хоронят своих питомцев, готовят им памятники, ухаживают за могилками. Вот здесь вон кошки целый мавзолей построили. Правда, уже давно не ухаживали. Так что... Спасибо нашим любимым кошкам и собакам, что они были с нами. Согревали нашу жизнь своим теплом. Пусть их на радуге будет тоже хорошо. Благополучно. Всем любви и доброты. Берегите друг друга, берегите своих животных, берегите своих любимых, всем мира. Спасибо. Это еще свежий, он 23-й год.